Всем привет! Сегодня у нас вот такая посылка небольшая, она сегодня одна, и здесь я уже не стал ждать остальных посылок, которые еще идут, еще очень много посылок идет. Вот, решил сразу распаковать, потому что не терпится, это MP3-плеер. Долго выбирал MP3-плеер, и все-таки там советовали Ruizu, еще какие-то. В общем, много я видеоплееров выбирал, то есть посмотрел, и вот остановился на вот таком вот. Плеере, он без блютуза. Для себя я выбирал, это я купил для, на подарок племяннице, а для себя я выбирал с блютузом и уже купил. И все-таки я выбрал Ruizu, по-моему, X18 или как-то так звучит. Ну, уже когда придет, мы на него посмотрим. Обычная коробочка, ничего не помялось, все углы целые, сколов нету, обычный пакет такой пупырчатый. Вот, но ничего не помялось, хорошо доставили. И вот так это выглядит. Бенджи. Мягкая такая поролоновая вставочка. И в ней вставлен плеер. Давайте посмотрим, что еще есть у нас здесь. Наушнички самые обычные. Вот такие вот, не знаю, там 10-центовые или обычные. Left, right, я даже не знаю, как они звучат будут, но посмотрим. Вот, и microUSB кабелек, беленький, качественный. Такой пластик, все вроде бы все хорошо. Ну и инструкция. Инструкция на английском. Элементы управления. Как драйвера поставить. В общем, давайте сам плеер смотреть. Небольшой он, маленький совсем. Ух ты, он очень крутой. 8 гигабайт внутренний, есть флешечка, звук с левой стороны. Вверху ничего нету, такое окошко, я так понимаю, сюда можно продеть какую-то шнурок или ремень и повесить его. Вот, вот здесь у нас hold, то есть заблокировать клавиатуру, кнопка включения. Вот это что, микрофон? В общем, какая-то дырочка тут, наверное, микрофон все-таки, наверное, можно записывать запись. И снизу у нас 3.5 выход, ну, разъем 3.5 и microUSB зарядка. Спереди тоже элементы управления, все закрыто пленочкой. Пленочку я снимать пока не буду, так как это на подарок идет племяннице. Вот. Давайте включим. Небольшой такой экранчик. Заряжен он до половины. Да, больше чем половины заряжен. Влево-вправо управление. Вот так. Да, есть запись звука. То есть можно как и диктофон использовать. FM-радио. Электронные книги читать. Но я думаю, как на таком маленьком экранчике читать электронные книги. Ну, это, наверное, совсем бред. Вот. Просмотр папок. Как в них войти? Это, наверное, кнопку M надо нажать. Нет? Наверное, их нету, поэтому оно не входит. Set. Сделано все так солидно, хорошо. Вот эта вот металлическая штука, вот корпус металлический. Задняя стенка, она такая, то ли покрыта просто какой-то вставочкой. Но, наверное, там все-таки металл внизу, а сверху наклеена какая-то вставочка. На ней, кстати, тоже наклеена защитная пленка. Вот. И передняя тоже пластик. Ну, и сейчас я попробую поиграться с ними, разобраться и уже продолжу, какие мои впечатления об этом плеере. Включаем КПК. Какая-то штучка валяется. Высвечивается, нужно выбрать метод подключения. То ли Data Transfer или Charging Play. И центральная кнопка, кнопка подтверждения. И сразу он определился компьютером. Давайте дальше буду проверять. Итак, залил немного музыки. Давайте посмотрим. Зашел в меню. Сейчас фокусируется. Есть много языков. Русский, словенский, свенска, Турция, китайский, традиционный, обычный. Дальше. В общем, как у андроида, почти все языки есть. Давайте выберем русский и посмотрим,
Кто у нас еще есть? Так, русский. Подтвердить это вот кнопочка снизу. Итак, поменялись языки. Давайте поменяю позицию. Сменил локацию. Немного сделал. Так, итак, дата, время, установка. Давайте сразу поставим. Настройка дата, настройка времени, настройка даты. Сегодня у нас 15-е. 11-е. 17-е. А, наоборот, здесь года в обратном порядке. Здесь у нас 17, месяц 11-й, правильно, здесь 15. Окей. Формат даты. Формат даты выбираем, как мы привыкли. В начале день, месяц, год. Вот. Что еще тут внизу есть? Только два выбора. Вот. А кнопочка обратно. Настройка времени. Формат времени. 24 часа. И время у нас 17.11. Так, установить. Видите, установки, а не установить. То есть перевод русский, как бы, ну, более-менее нормальный. Я думал, будет хуже. Музыка. Записи, FM-радио, электронная книга. Давайте войдем в электронную книгу. Пустой диск, ничего у нас здесь нет. Вот, через некоторое время он тухнет. Это тоже можно в настройках выключить. Ну, выключение дисплея или выключение полностью плеера. Тоже в настройках можно настроить. Давайте посмотрим просмотр папок. Папок нету, здесь есть тестовые мелодии. И несколько мелодий я уже залил. Давайте выйдем и посмотрим, как это будет выглядеть в мелодиях. То есть установки нам пока не нужны уже. Музыка. Исполнители. Все песни, исполнители, альбомы. Ну, давайте все песни. Смешать все или проиграть. И вот оно пошло играть. И давайте послушаем, как оно звучит. Наушники взял пока родные. Но подарю еще племяннице вот тут эти сиомовские наушники, которые мы недавно распаковывали. Это специально для нее заказывались к этому плееру. Ну, то есть, еле так на максимальной громкости через эти наушники еле слышно. То есть. Но в ухе как бы неплохо звучат, и я ожидал намного хужего звука от таких наушников. Провод у них неплохой. Сами наушники тоже, ну, как бы качественно сделаны, но они старые, то есть старые модели. Звучат отлично, звучат на максимальной громкости, достаточно громко. Вот на этом слушать комфортно. Есть эквалайзер. Выбрал рок. Вообще так сочно звучать начал. Вообще отлично. И громче. Тут есть еще фанк. Хип-хоп, джаз, классика, ДББ. То есть, я так понимаю, это можно самостоятельно выбрать. Ну, в общем, есть такое. Прослушивать по кругу. Ладно, давайте попробуем взять наушники Xiaomi. Где тут у нас пауза? Наверное, вот это? Нет, играет. Как же остановить трек? Ага, на центральную кнопку нажимаешь, и будет пауза и проигрывание. Давайте попробуем. Какой-то формат файла не поддерживается. То есть что-то я залил, неподдерживаемый или битый файл какой-то. Ладно, давайте нажмем паузу и попробуем вторые наушники. Будет ли разница? Поставил наушники Xiaomi, вот эти, которые мы недавно распаковывали. Действительно, они звучат намного лучше, сочнее звук такой, поприкольнее, чем вот эти, с которыми шел. Поэтому советую, если вы будете его брать, сразу покупайте хорошие какие-нибудь наушники. Ну или если у вас есть, используйте другие свои. Вот эти, они никуда не годятся, наушники, то есть так, закинутые, абы было.
Вот. Плюс они в ухач не помещаются. Это ж, ну, не знаю, куда это можно. В корабле дыры заделывать можно этими наушниками. По размеру они-то и как раз подходят. Огромные. Вот. Ну, плеер отличный, супер. И я уже вот попользовался им. Вот этот металл вокруг, он мне так прикольно нравится. И я уже немного начинаю сожалеть, что я заказал вот этот Руизу, потому что там полностью пластик. Ну, посмотрим, придет, может, он мне и понравится. То есть, есть же версии у этого Бенджи, есть версии с Bluetooth. То есть, и можно было заказать подобный только с наличием Bluetooth. Заряжается 2 часа, 14 часов заявлено работы от батареи. Ну, я как бы проверить еще не успел, 14 нет, но все сделано качественно, я думаю, 14 часов он может вытянуть, причем он же такой не маленький, если 6 часов вот такая вот маленькая пиндюрка в наушниках выдерживает 6-7 часов, то я думаю, вот эти плеер в плеер можно поместить было батарейку, которая выдержит 14 часов. Вот, очень доволен покупкой, спасибо всем за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!